29 и 30 октября в Омске состоялись 22-е всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. Более 150 спортсменов из 22 регионов оспаривали медали в спортивном и боевом самбо. На торжественной церемонии открытия со словами приветствия к участникам и гостям, среди которых были мобилизованные амичи, обратился Александр Пушница, а также представители органов власти. Я поприветствую Александра Михайловича Пушницу. Еще раз прошу одарить его аплодисментами. Это сегодня легенда, которая живет рядом с нами, про которую должен знать каждый. Сложно оценить вклад, который Александр Михайлович внес в развитие спорта. Невозможно посчитать, сколько раз на таком борцовском ковре поднималась его рука, когда он побеждал своих соперников. И сейчас, проводя уже 22-й турнир, он своим примером еще раз показывает, дает возможность проявить себя молодым спортсменам, чтобы их заметили, чтобы они попробовали свои силы. Очень приятно, что приезжает так много регионов к нам в Омск для того, чтобы в честной борьбе сразиться и выявить сильнейшего. Все участники соревнований действовали технично и изобретательно. Александр Пушница отметил высокий уровень мастерства спортсменов. Ребята очень уверенно борются, все. Я даже не могу там аутсайдеры, лидеры, их нету. Любой может выиграть. В результате золотые медали завоевали самбисты из 6 регионов. Лидерами по числу побед стали спортсмены Свердловской области. Они выиграли 6 золотых наград, 5 из которых в соревнованиях по спортивному самбо. Турнир, ну как, большая честь. Первый раз, кстати, участвую. До этого участвовал, у него есть брат, Пушница. Участвовал там, на Камчатке, выигрывал. Вот, теперь здесь, впервые себя попробовал. Насчет соперника, очень сильный парень, знаю, знаком. Вот, в плане, ну, тактически больше разобрали с тренерами, нежели как-то там переиграть, так, но только на тактике. В целом, все получилось, все, что хотел, все задумал. Две золотые медали взяли самбисты Красноярского края. По одной главной награде турнира завоевали спортсмены еще нескольких регионов.